Гражданин, уступите место. Встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов. Она что, дети или инвалиды, а? Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. Да что вы ерунду говорите? А вот как раз инвалид. А, инвалид. Что вы теперь скажете? Простите. А? Закон есть закон. Пожалуйста, садись. Большое спасибо. Ах ты зрячий! Сейчас будешь слепой. Вы подтверждаете? Подтверждаю. Подтверждаю. Так. Значит, потерпевший. На стройке работаете? Подрабатываю. Что значит подрабатываю? Учусь в политехническом. А? Студент. На 15 суток. О, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер. 2 человека. Карьер песчаный. 2 человека. Огласите весь список, пожалуйста. Прошу. Осторожно. Прежде всего, я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь. На сколько вливается, товарищ? На полную, 15. Ага, 1,5 декады. Это замечательно. Ну, все хорошо. До свидания. Заведом не опаздывайте. Да-да. Я уверен, что эти 1,5 декады пройдут у нас с вами в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания. Шурик! Да, Павел Степанович. Ну, Саня, вот тебе напарник. Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо. Ну, теперь поработаем. Работаемся. Ну, я вижу, вы сработаетесь. Сань Шурик. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли. Что там?
Слушай. Ну, Шурик, как напарник? Перевоспитывается. Отлично. А почему шепотом? Спит. Спит? Учит народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, это не надо. Руки. А? Мыли? Ах, да. Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. А для чего? Чтобы ты вел среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой. Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр. А я посплю. Правильно, и мух отгоняй. Ты что? Муха? Молодец. Это же хулиганство! Получите 15 суток! Пустите, я буду жаловаться! Пить будете? Нет. А что? Вести разъяснительную работу. Шурик. Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, Шурик, в то время, когда космические корабли, как вы знаете, бороздят... Тебя как звать-то? Федя. А вас Шурик? Женат? Да. Жена Любушка и двое ребятишек. Леночка и Алешка. Значит, семья есть? Есть. А лет тебе сколько? 41. Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. 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 Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы! Огласите весь список, пожалуйста. Значит так, цементный завод. Я! Погрузка угля. Я! Уборка конюшен. Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите. Thank you.